Юные новополочане, учащиеся средней школы номер 4 города Новополоцка, в торжественной обстановке Зала славы Столичного музея Великой Отечественной войны прошли посвящение в ряды военно-патриотического класса. Здесь ребята дали клятву быть преданными своим родине, народу, семье, школе и чтить традиции. Команда Дворца детей и молодежи города Новополоцка в составе объединений по интересам «Лидер.бай» и театр пантомимы «Маскарад» стала абсолютным победителем республиканского конкурса игровых программ «Играют дети, играем мы». Игровая программа «Черно-белый нынче в моде», посвященная столетию белорусского кинематографа, получила почетное первое место на финальном этапе конкурса, который прошел в Зубрюнке. Мария Кондратьева стала чемпионкой мира по самбо в Астане в категории свыше 80 килограмм. В решающем поединке Мария Кондратьева была сильнее представительницы из России.